Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками видео своей прогулки по саду в замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Как меняется небо. Здесь пасмурно. А здесь? Солнышко! Улетели листья с тополей, поселилась в мире неизбежность. Не жалей ты листья, не жалей, а жалей любовь мою, а жалей любовь мою и нежность. Артистка исполнила известную песню и показала подписчикам окружающий пейзаж. По усыпанным листвой тропинкам артистка прогуливалась одна. Знаменитость сняла на видео осенний пейзаж. «Как меняется небо, здесь пасмурно, а здесь солнышко», — прокомментировала окружающую природу артистка. Затем внимание певицы привлекло дерево с осыпавшейся листвой. Дочь Примадонны не удержалась и исполнила песню на стихи Рубцова «Улетели листья». При этом сама Орбакайте осталась за кадром, показывая многообразие осенней природы. Знаменитость громко пела, наслаждаясь красотой и уединением. Сейчас артистка гостит у звездной мамы в замке. Накануне звезда поделилась фото своего аутфита для визита Аллы Борисовны. Последние месяцы Орбакайте с мужем и дочкой проживает в США. Актриса вернулась на родину ради нескольких спектаклей в «Современнике», она исполняет главную роль в пьесе «Двое на качелях». После представления Кристина Орбакайте записала видео, в котором поблагодарила зрителей. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.